Добрый вечер, уважаемые друзья. Спасибо за аплодисменты. Ну, я думаю, вы не против, если начну с анекдотов. Итак, представьте себе, грабитель забегает в банк в маске с пистолетом. Лежать не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя. Бросился на него, сорвал с него маску. Тот тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома. Спасибо. Два друга отпраздновали Новый год. На следующий день повторили. Третье, четвертое число. Все плавно перешло в Рождество. Не за горами старый Новый год они продолжили. Где-то на 18-й день пьянки. Один другому говорит: можешь хватит. Второй: давай сделаем так. Я сейчас зажму монетку в руке, а дальше как в руке не пьем. Не отдаешь, не судьба. Развернись! Тот повернулся, там колдовал что-то. Пошел! Этот поворачивается. Здесь! Думай, Вася, думай! Сельский клуб, лекция. Тема животноводства. Лектор заканчивает читать. Прошу, пожалуйста, если у кого это есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Женщина одна. Можно я? Пожалуйста. Спасибо. Вот вы только что сказали, что бык в состоянии осеменять корову до 7 раз в сутки. Я правильно поняла? Абсолютно верно. Повторите вот это для наших мужчин. Ну, женщины в знак солидарности поддержали. Тамара, молодец! Мужик какой-то. Пожалуйста, спасибо. Только один вопрос. А бык в состоянии осеменять 7 раз в сутки одну корову или 7 разных коров? 7 разных. Повторить для женщин, пожалуйста. Я тут ездил отдыхать за город, в Турцию. Жил в пятизвездочном отеле. Но не как пятизвездочный в Анапе. Тут туалет был прямо в номере. А там на улице. Причем на другой. Ну, вышел, осмотрелся. Познакомился с Люсей из Тюмени. Обширная такая женщина. Договорились вечером взлететь вместе на воздушном шаре в голубую даль. Ну, а потом пошел перекусить. Чего время терять? Захожу в турецкую столовую. Подходит ко мне турецкий официант и говорит турецким голосом: «Все включено». Что в переводе на русский означает «жри, сколько влезет». Я ему говорю: я тебя за язык не тяну. Ты меня не знаешь. Еще в детстве, когда я был в пионерском лагере, от меня избавились уже через неделю. Это был единственный в истории случай, когда повара не доедали. Ну что, включено-то включено. Я погрузил на поднос небольшой курган из турецкого корма, а сверху прилепил арбуз. Еще новый. На подносе присутствовали мясо, рыба, каша, котлеты, репчатый лук в мундирах, сосиски, колбаса,
чеснок 8 головок, ну и, конечно, оливье. Поднос, правда, лопнул в 6 местах, но до стола я дотянул. Я ел, как личинка караеда. Вылезали глаза, оттягивались уши, сердце стреляло в печень, лопался пупок. Но со мной был мой друг. Его зовут Мизим. Уже после 20-й таблетки желудок заработал, как китайская таможня. Через 5 минут все было кончено. Арбуз ушел с кожурой. Я не знаю, но почему-то стало плохо. Турку, который все это видел. Теперь единственное, чего я хотел после того, как все съел, добавки. На новом металлическом подносе опять возник курган. Аппетита почему-то не было, но пришедший в себя турок напомнил, все включено. И он опять появился. Креветками я отбил билет на самолет туда и обратно. А бараньи ребра отбили билеты от Геленджика до Магадана. Съел все. Было трудно дышать. Турецкому воздуху было некуда входить в мой организм. В легких были котлеты. Шо-га-га! Я их видел еще неделю, когда зевал перед зеркалом. Желудок кричал «сос», печень стала икать, почки от еды спрятались за позвоночник. Бараньих ребер в груди было больше моих. Стараясь освободить в своем организме место для новых кормов, я пытался прыгать. Но из всего туловища подпрыгнул только край живота. Я хотел домой, я хотел на пляж. Я хотел в номер, я хотел куда угодно, лишь бы сбежать из этого продуктового кошмара. Но пришедший в себя немецкий турист ляпнул. Все включено. Я грузил поднос и плакал. Я не хотел есть. Я не хотел даже думать про есть. Но от бесплатной еды уходить глупо. Я решил взять только десерт. Нагрузился конфетами, мороженым, пирожными, яблоками, финиками, киви, ну и, конечно, оливье. 4 метра до своего стола я шел 22 минуты. Глаза вылезали из орбит, потому что вся кожа с лица ушла на живот. Я продолжил трапезу. От очередной порции оливье пуговицу и шорт вырвало с мясом. И эта шальная пуговица попала в попугая, который до этого не считался говорящим. Очередной поход кормушки я проделал на коленях. Я надеялся, что все включено, уже отключили. Но все по-прежнему было включено. Соорудив очередной курганчик, я пополз к выходу. Ел я, сидя на коврике, как узбек. Коленями помогал щекам пережевывать пищу. Мизим вводил в организм через нос. Коньяк я заливал в глаза и втирал в живот. Пить мне нельзя, у меня язва. Мне аплодировало все побережье. Особенно, когда я пропихивал в уши финики. Все побережье во главе с мэром Анталии скандировало «Все включено!». Очередной поход за компотом и оливье помню плохо.
На блок памяти сильно давили котлеты, поэтому не могу рассказать. Ну а так, мне кажется, отдых удался. Жалко только, что воздушный шар так и не смог взлететь со мной и Люсей из Тюмени.